Итак, вышли к побережью, и открывается вот такой видос. Здесь в углу виднеется, вернее, справа угол здания спасательной станции. И вид на восток, в сторону зданий Юрмалы. Вдали находящиеся там, до них где-то около 15 километров. А левее уже, где горизонт с поверхностью воды сливается, там Рига где-то находится. Вот это место, откуда я вышел на пляж. Сейчас. А это вид на запад. Ну, подойдем к берегу. Тут малыш раскричался от радости. Солнце уже закатывается сейчас. Тоже. Вот что-то непонятное, что это такое движется так быстро. На горизонте. Солнце уже закатывается не, как сказать, не в воду, а уже южнее, на юго-западе, так как время сейчас уже 18:45, кажется. На самом деле прибой шумит так, что я своего голоса почти не слышу. И, наверное, запись звука идет потому, что я приблизился. Ага. Волна хочет меня достигнуть. Так вот, я приблизился к микрофону. Ну, а вообще красота, конечно. Воздух свежий, ветер юго-западный, как раз со стороны солнца сейчас, довольно-таки сильный. Ну, а волны движутся как бы навстречу ветру. Ну, сейчас через какое-то время подойду, посмотрю на табло спасалки, данные о том, о температуре и так далее. И повторюсь, в начале своих сегодняшних видео кусочков я сказал, что днем было плюс 16 градусов тепла. Очередной перерывчик.